Прекраснее цветущего сада может быть только цветущая женщина, говорят организаторы конкурса «Мисс Барнаул». Накануне испытаний они устроили для своих девушек модную фотосессию на фоне природы. И стиль выбрали соответствующий – винтажный и пикантный пин-ап. Потому что этот стиль очень соответствует образу садовницы, образу домохозяйки. Мы поддерживаем этот образ, потому что он женственный, он сексуальный. Это день удовольствия, рассказывают организаторы. Девушки примеряют новые образы, оттачивают модельную походку, позируют на камеру и, как настоящие лесные нимфы, ухаживают за цветами в саду. Сегодня был ранний подъем. Первым делом прическа, потом макияж, а потом мы поехали, все встретились на старом базаре. Там нас ждал сюрприз, видели лимузинов, которые нас сюда и привезли. Но впереди еще основные состязания – кулинарные, спортивные, интеллектуальные конкурсы. Ведь в настоящий мисс все должно быть по-чеховски прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли, добавляют организаторы. Но основное качество современной модели – далеко не милое личико и длинные ноги. Харизма, артистичность, улыбка, искорки в глазах. У нас нет такого направления, что это должна быть высокая, худая, модельная девушка. Мы выбираем красивую девушку Барнаул, независимо от роста, там, даже от веса. То есть нам надо выбрать самую яркую, самую звездочку. Это, наверное, мечта каждой девушки с детства быть моделью. Вот. Но из-за своего низкого роста никогда не попадала на такие мероприятия. Ну а здесь прошла кастинг сначала онлайн, вот, потом пригласили наяву, все это проходило. Побороться за звание мисс Барнаула может любая, рассказывает директор модельного агентства. Профессиональными моделями становятся целеустремленные и уверенные в себе девушки. А победа в конкурсе гарантирует не просто статус красавицы Барнаула, но и участие в состязаниях высшего уровня. Мисс Россия, мисс Бикини России, Королева России и другие. Конкуренток там много? Много, но меня не пугает конкуренция. Я здесь ради того, чтобы попробовать себя в чем-то новом. Результаты конкурса традиционно подведут на дне Барнаула. 3 сентября на сцене главной площади краевой столицы пройдет финальное дефиле, после чего и объявят имя самой красивой горожанки. Мария Мацаева, Александр Антропов. День с толком.